О, топ-щит. Числа, кто из ДПшина, да, я все-таки. Ну а чё, у меня спека-то нету. Да. Я Не, ну нормально ДПша хватает же, да? Нам хватит. Да, ну, наверное. Но я еще на мага могу зайти там, ну. Крайняк, если ну, хуй меня знает. Зачем? Ну, если мы гнева не сможем. Ну, я в самом низу списка ДПС, а на маге я буду повыше списка Низина. Ну, типа я там с жарем почти на одном уровне иду на. Шел, по крайней мере. Меня сегодня не критует. Ну, у тебя и не будет сегодня критовать, у тебя ни духа, ничего нету. Духом слаб. Дофиря. Типа, если был бы еще афлик у тебя сейчас тут, ну, у нас в рейде, и этот самый, и прист, то а ты бы сейчас охеренно критовал бы. А афлик при чем? А потому что у афлика пет дает дух инту. Да. Собака же. А они разве стакаются? Они, по-моему, не стакаются. Не стакаются? Ну, не знаю. И собака бы диспелила на молча. Я с пристом, у меня всегда этот баф висит, поэтому мне похеру, что там у вас не стакается. Но... Интой мага. Ну, хуй знает. Тогда маг нахуй бесполезный с пристом. Был бы ШП, можно было бы выйти. ШП? Бог считает, ШП был бы, и можно было... Так, я, короче... Я, короче, Т4 активирую сейчас на там канал. Я потом активирую. Не, потом в танка спеки активирую. На танка боюсь я 4 активировать. Туда спеки. Там выбор также, да, вылезет? Продавай за золото. Кого? Продавай за золото. Ты прикалываешься, что ли? Продавай за рубли. Был бы я тут каким-то отбросом, ну, типа, знамя там в рейды не берут, там, а я случайным образом там залутал, я бы продал. Ну, а я как бы танчу все, мне оно надо, но. Ну, 25-ки, по крайней мере. Сейчас через 2 недели грул магих выйдет. Через 3. Для мага это офсет для аркана. Перчатки. Я, блядь, играл арканом всю жизнь, блядь. Не, ну, и на этом сервере, типа. Ни разу не залутал Т4. Мага, блядь. Как-то для меня это досадно, но не получилось возможности тупо затестировать даже. Это говно. На Аркана Т4? Ну, в смысле, да, он будет на этом этапе контента, типа, до ЦЛК рубить, блядь. ЦЛК просто Т10 Fire уже будет ему ломать сейчас. И в этом, ну, блядь... Fire сейчас по десятке уже ломают, если ты не заметил, но так чисто. Ну, да. И получается... Не, ну в Т4 он заебись будет давать день. Двенашку, думаю. А если в бисе... Ну вот 200... у нас 231 аркан был в рейде. Ну, в гульде 25-ки. И он давал 10-12к. То есть, ну, это пиздец как бы нормально. А верно, на длительных боссах, где экзекут фаза довольно долгая, фаер все равно будет сильнее на том же луче. Так, Арчи, что ты там, уснул что ли? Пьяный, не? Да я иду. А где ты был? В туалете был. Я думал, к мамке моей ходил, ну ладно. Здесь просто прикол в том, что кара гер, блядь, откроется и 260-е токены будут раньше, чем ЦЛК. Это уже на X3 так было. Не, смотри, Аверн, ты, наверное, сравниваешь 264-е токены с 260-м этим. Вот здесь 45-м Т4, не? Токены же тоже улучшаются, об этом не забывай. Да, причем месяца 2-3, наверное, будут героики. Ну,
Ну, значит, ты с улучшенными токенами сравниваешь уже. Ну, в Т5, по крайней мере, уже точно просто Fire. Ну, значит, Fire в 254-м лучше, чем, нахуй, Аркан в 245-м уже, нахуй. Ну, в 251-м, нахуй, Fire. Да-да-да. Типа, Аркан до 264. Ну, понятно. Если понятно. Выйдет все токены, ну, то есть апнет все токены. Не, я вот в принципе. Понял. Это будет красивая победа. Че, убиваем беса? Да ну похуй, играйте в этого нахуй. Конченого. А че тебе бес даст? Ну сейчас ты грохнешь его и типа. Это же ненадолго бах этот дается. А он так сдохнет, от того. Только пускай столовка уешит с Робой, остальные по боссу ровно играйте. А уешь слайдер вообще. Чтобы Лем там не сдох от этого. Я не вижу никакого бафа на урон, но... А, говорят, его ну, не что? Видно. Да, вот по 18. А может тогда и говорят, что его и нету вообще? Ну, в смысле, вот сейчас у меня по 18 как крипы. Бля, парни, я, короче, кондёр уролю, но... На ДК. Я тоже на Фурика. На слайд уролю, но тоже. Бля, я заметил, как ты это, нарастающий идет у ДК дамаг как-то, ну... Вот этот играет, как его, женёк, у него моментально, да, депос вылазит под проки все. А у меня как-то нарастающее, вот даже сейчас смотрителя били, да, как-то нарастает потихоньку. Ну, я не понимаю, как это работает. Он холик, что ли? Не, у меня фрост ДК. А, не знаю. Ну, вот уже... Ну, ладно, я ничего сейчас не скажу, потому что по соло таргету играет, на, наверное. Ага, по солово. Бля, я сейчас барык, короче, нахуй призову. Крутим депос, нахуй. Крутить так уж крутить до последнего. А, он у него еще и косты не сбиваются, но. Пацаны, кондёр сейчас выпадет, чекайте на. Да, подождём. Сегодня день тринек. Я бы сказал, сегодня день вайпов на трэше. Ну, это да. У нас хилы не мега же. Ну, не твинки все-таки, об этом не надо забывать. Еще арктический мех мне никто не хочет давать, сволочи. Ну да, все из-за меха, кстати. По-любому нахуй. Вот здесь терезисто почти было. С банка сапрота, блядь. Опа! Пацаны, извините, но сказали сасамбала. Чарку надо. Ну, на Эрдру пояс хороший выпал. Афлик Эрдру. Посох бери этот, кто он. Лада. Ну, вдруг кота соберешь там, вдруг конешь. Ну, у него шоу спек код.
Ну, хотя это танковский больше кус. Да, ну, танк. Может, танка одумается собрать. Он же играл и котом, и танком. И вообще он друида, друид нах. Это самое... Самое это... Так, залетаю. Что ты? Чё здесь нахуй нихуя не падает? Ухо. Да, Сай, к цели мотаешь, я за тобой мотаю их. Я вообще сейчас ничего не мотал. Ну, не знаю, ну, а вот а сейчас. Сейчас один раз сменил. Ну, до этого ты мотал. Я не помню. Я снимаю, же бью конкретно. Я же стараюсь бить конкретно ту цель, которую бьешь ты. Все бы так играли, блядь. Ну, блядь. Блять, что-то я потерялся, нахуй. Во. Там же F, по-моему, таргет-таргет, типа, бить. Ассист. По нет, цели. У меня просто показывает, какую цель бьешь ты, и я по ней же тыкаю, то есть, ну. Не, я просто без биндов, типа, вроде как F по стандарту нажимаю. Я не знаю, но знаешь же аддон Xperl, как работает? Тут групповая вот эта хуйня. Xperl никогда не играл с ним. Ну вот у меня окошко из 5 человек, и вот все 5 человек, да, вот этих слева, показывают, какую они выбрали цель, короче. Короче, я... сейчас будет такая охуенная игра. Огненные, короче, Ауга, ледяные Сапфирон, а столовка эти чародейские стрелы. И тогда он, ну, мало, блядь, не потратит, в овцу нас не превратит. Ну а на элемах, я не знаю, мне кажется, лучше парочку залить. А, да проще было а вызвать. Да бомжей вызовешь, да? Дай Шрома, там у Лема 700 тысяч хп. Давайте не обосраться. Это будет красивая победа. Слайк, меня пойти надо было. На год две ручку купим. На КД будет. Там полсекунды буквально, пока. Блять, дай крита, пожалуйста. Два пиробласта, блять, забой. Венец, не двигайтесь. Что ты в лицо бьешь? Подвигался. Я первый раз вас просто.
Нахуй вы двигаетесь, когда огонь не игра, это просто. Видели, кто улетел в потолок? Ну раз ты говоришь видимо, значит точно ты. Да прибудет с тобой свет. За альянс. Приветствую. Ну в смысле, здесь ты видишь это. Если ты подвигался, то у тебя бы персонаж улетел в потолок. И ёбнулся бы об него. Блять, шопа уже квадратная, А верно, сколько СПД вот сейчас под фласочкой? Ай, врунишка. Да не может быть. И 2383 не может быть. У меня 2383 сейчас. 2326. У тебя это... А, ты не ловил эти, что ли, сокет-бонусы? Да хотя даже при этом условии странно было бы. У тебя тринька кондёр дает 100 СПД. А у него... Точно, точно. Точно, тогда да. Точно. Словка чё, ушёл надолго? Ну да, у тебя пухи нивелируют. У тебя криты побольше. Процента на 4, по-моему. И это хосты побольше. На 150. Тогда получается. Да я забываю пристелить, блядь. Хоть бы в Дисе говорил, да, истерию там, блядь. Нацка на этом, что ли, на Аране, блядь. Чё, без столовки начнём или чё? А верно, чё ты не снэком с острова? 280 СПД на проке. Ходите. Давай еще раз, Гер.
Как все, ты че трясешься? Мышка, мужик. На винце там не двигайтесь. Как аренер, блядь, трясется, типа, знаешь, когда стул кидает. Что-то сдохните опять. Смотри, волшебник. Это он бухать хочет. Три вида дергается. Давайте, убрали руки от клавиатуры. Уже не перестал. Это он читушку открыл, блядь. Это он просто СПД разгонял. Испыла-то нету, нахуй. Что, блять, я у стены нахуй стоял. Трясай, ладно. Бафы по нему все, блять. Пидор можешь ему ебануть, тут нахуй сидеть. Пожарим, да, Игорь? О, здесь не двигайтесь. Это все. Че, он дрыгается еще? Да нет, Мишки, быстрее, оп, быстрее, быстрее. Вроде хватает времени добежать без диспела. Че, бомжей, наверное? КД нахуй. Винец, стойте на месте. У них еще и ко льду невосприимчивость этих пидоров. Нахуя, не знаю. Чё шамана покажешь? Чё, всё, вайп? У нас фулов. Какой вайп, нахуй? Давай, это, шаман. Шаман похит. Шаман без маны. Уёбок, ебаный босс, говно.
хиль себя и быть хотя бы. Подрящий напиток. Винты, банки, чисто открывайте нам. Баги из-за того, что ты нажимаешь во время каста, во время каста накрыться. Косты бейте меня, если кто сдохнет нахуй. Следующий судьи. Беги, малышка, беги! Я ебал отходить. Сапожки сходятся. Одна ткань валится. Хороший плечо, кстати. А у кого чарка вот эта, блядь, была с копыта или откуда она? Хочу выучить. Или кто-то выучил уже. А, вон лок, понятно. Более точнее к нам. Давайте перекур хули 5 минут, пока столовки нет. Чё-то столовка сказал, ебашить, ебашить буду. А сам ушел что-то. А, ебаный дневник. А вы что, типа через смерть, да? Да. Примерно. Так, еще не вспомнил, где его читать. Что, кто там пошел читать? Куда мне бежать? Это понятно, мне шутка не будет. Как проще. Через начало инста. Блин, нахер я буду опять. А кому этот дневник-то сам сдавать, блядь, я не понял нихуя. Обратно где брал квест. Все, понял.
Нет, не в ней инста, вон стоит. Там на стул любой сидишь, ты тпшил сразу. Сдачи не никому. Блять, уже все прочитали, сейчас пиздец будет. Вот такой погибель летает. Сплей. Ха. Сейчас по идее все насчитывают. О, пойдет цепануть можно. Уже нельзя. Сдавать в монстры. Так лучше, давайте отсюда выпрыгну. Два. Один. Кризал Док Аран. Че, идем в айпад? Славик, суманите, я еще минуту и приду. Блять, сейчас там же еще кость эту ебаную поднять надо. А ну цыц, не бегите тут. А сука, блять. Блять, надо было кости. А сука, кто его отменил мне? А ее в рейде нельзя. А. Нет, надо ливнуть. Хитрожопые, блядь. Все, блядь, ро нахуй. Бля, какую где она, блядь? Ее в рейде нельзя. Так а где она, блядь? Я понимаю, что я уже вышел с этого. Так, а теперь дадите пать. Где эта блядская кость? Вот она. Сука. Поливали чисто, блядь. Сейчас зайдет, охереет. Ну вот где-то, блин. Косарик репы насыпало. Ну, возможно. Парни. Так, а что куда теперь? Парни, что происходит? А? Эро. А что случилось? Да кость поднимали, ёпрасты. Что сделали? Ну, квест делали, кость поднимали, в рейде не делается. Репать давай. Ну, в смысле, не репать, а раскидай пати. А Слава чего вышел? Да фукашит. А может, вы квест бы потом сделали, уже все зачищено, типа? Да, все равно все фукашит. Че?
5 минут перерыва. А, ну, да, ну тогда я тоже в косе подумал сейчас. Плохо уже. Уже плохо. Почему? К тому, что уже поливали, блин. А ко мне полицейский приходил. Заявление писали, блин. А что, что-то забагалось, что ли? Я в инсте выхожу. А что все поливали? Да и рога решили. Сейчас лайк, сейчас. Сейчас. Ну смотрите, сейчас вас примет всерьез. Ну, Слава быстро в другой канал свалит потом. Кто думал, ро? Какая-то хуйня. Да мы кость подбирали, она вредно подбирается. И чё, она сколько рисается? Да, блядь, 10 секунд. Реально, что ли? Хорошо. Кто ещё там остался? Я с лайк, я плюсую гильдию. Так, я на все твои эти самые видосы лайки ставлю. Шёл, с лайк. Ебать, думаешь, я это отслеживаю всё? Единственный, кстати, кто ставит, нахуй. Пока что. А, пойду тогда тоже кость подберу. Давай, давай. Дай мне там, я тебя возьму, дам потом что-нибудь. Только там надо без этого быть. Так, пойду пустить. Так, а что, нам куда теперь этот квест сдать надо? С Костей. Там, это, бегать не дохуя будет. Пойдемте, если все здесь. Кость это же потом уже. А, это все, зона 52, нахуй. Все. Че, Слайк, все, взял кость? Я ее только что взял, она сейчас отрезается. Да вроде. Блять, РЛ лежит. Лежит, да? Взял? Угу. Все, давай, это самое. Да я ж тебя нашел, ты шо, Вячеслав, что назначить лидером. Давайте, батьку сюда, ну. Ну, какой-то квест, не знаю. Зона 52. Да, это там надо будет потом. ТПшн с этим гадом. Короче, у меня соседи нахуй музыку дослушали нахуй. Я психанул нахуй, вызвал ментов. А у тебя сколько времени, что ты жалуешься? А? У тебя сколько времени, что ты уже... А до 5 утра ебашили нахуй. Уёбки. Ну, сейчас... я, короче, ходил сперва к матери нахуй. Бесполезно, блядь. Она там с ними разговаривала, толку нету нахуй. Сказал, что еще раз полицию вызову, нахуй. Этим их пугал, они до 11, в 11 выключали первое время. Потом решили хуй позабить, короче, нахуй. Там алкаши какие-то живут, да? Да нет, там нормальная семья живет, блядь. Типа, а-а-а. Мать, двое детей, нахуй. А дети кто? У нее. А кто включает? Дети, что ли? Ну, вот старший, нахуй, сын. Друзья приходят, как а мать там на работе, либо еще о, где-то, нахуй. Дебилы, и ебашут, короче. Мне уже на работе предлагают, зайди, мол, ебало разбей. Говорю, я ну, блядь, а говорю, в следующий раз за мной вот так вот полиция приедет, нахуй. Я-то запросто, нахуй. Нет, там 18 лет пацанам. Да? Это похуй, мама. Я просто знаю, что я как бы, ну, в своих силах уверен, что я их разъебу. Но фишка в том, что мать напишет, они не напишут, нахуй. Да я не да, могу написать. Ну и они могут, нахуй. И типа, он мне сам полицейский говорит, типа, говорит, ну, говорит, правильно делаешь, ну нахуй, типа, говорит, у тебя что-то все. Но первый раз, короче, написали, что административка, короче, там с администрацией будут звонить с ними, разговаривать, типа. Он сейчас будет разговаривать с ними. А я говорю, я пока заявление прям не хочу писать, нахуй, говорю, предупреждение только что придали. Вот такую хуйню. Я говорю, в следующий раз повторится, я говорю, уже будем заявление писать, нахуй. Ну, я говорю, что типа им будет заявление? Ну, говорит, первый раз штраф, говорит, 2,5, второй раз, говорит, пятак, а потом, говорит, уже 50 тысяч, нахуй. А, говорит, квартира вообще ихняя, говорит, а, говорит, еще что квартира не ихняя, их нахуй оттуда выселить могут. Просто. Они, блядь, могут дверь не открывать и все, и менты, короче, постоят, 10 минут подолбятся, короче. Ну, вырубят, типа, музыку, блядь. А что, они имеют право заходить?
Понимаешь, фишка какая? Тут музыку вырубят, а он говорит, соседей будем опрашивать в случае чего, понял? Я говорю, свет вырубят, типа у нас вообще дома. Ну они откуда нахуй увидят, что приехали? Он приехал на своей машине, во-первых, не в форме нахуй, но... Опер. Как я понял. Короче, ну, вот этот моб, он скидывает агро. И... Можно суммон. Нахуя их вообще бить, блять, я не понял. Вот этих можно было, да. Я ему говорю, блядь, это типа. Слышь, я ему говорю, ну типа говорю, маску оденьте, он без маски зашел, а я, возможно, ковидник нахуй. Сижу как сука, потею сейчас нахуй. Ну. И это. Он говорит, да, говорит, вообще, говорит, похеру, типа, блядь. Я говорю, ну смотрите, говорю, сами нахуй. Счет идти не могли. И он сам без маски, понял. Они скидывают агро, и потом агро набирают на комнату. Там не перебить его. И не таунтится еще. Так что фростновую всю хуйню готовьте. Маните, пожалуйста. Бля, добейте вот этого, у которого мало хп осталось. У меня таунт промах. Они не таунтятся. Слайк, бля, ну что ты начинаешь? У них бывает такой момент, когда они это самое. Ну, я не знаю, когда. Серые огромные. Серая. Ну это секунд сколько? 30, да, было? Сколько было? Вот он скинул и 160 набрал сразу на верне. Да, да, но это как вот эти вот, что до этого мобы были. С этими, с сифончиками. О, на аковах нормально его катить. Все, разъебывайте, на аковах заеби. А что за хуйня? Че это? Не, я, блядь, вообще в шоке, вот у нас в городе, да, полицейские, блядь, ну, в области, блядь, нормальные такие попадаются, нахуй. Ну, так они пиздец, и везде типа. Есть нормальные, и уёбки везде есть. Не, ну вот я сколько встречал, вот у меня знакомый, у меня у знакомого, короче, это самое, он на озере, говорит, был, машина, говорит, стояла, там, говорит, тип какой-то, говорит, долбоёб, говорит, вечно залупается, ходит, ну, решил выебнуться, нахуй. На муравье въебался ему в машину, короче, на всей скорости, нахуй. Ну, муравей не быстро ездит, как бы. И бочину ему, нахуй, тачки помял. Тот ему взял, говорит, ну, знакомый ему, ебало ему все, короче, разбил, нахуй, в сопли, говорит, прям. Он бинтов вызвал, нахуй. Ну, мент приехал, так-то, начал опрашивать. А тут, говорит, фотки сразу сделал, короче, как он ему машину разъебал. И в положение, понял, вошел, нахуй. Ну, и понял, что он ему не просто так разбил, нахуй, короче. И ничего ему не было, прикинь. Нормальный мент. Но нормальный мент попался просто, этот полицейский, и вообще проблем никаких не возникло просто, на. Ну, потому что, говорит, ну, ни хрена, говорит, охеревший, типа, говорит, ну. Тот ничего на него не залупался, тот просто взял машину, нахуй, и въебал на муравье ему в тачку, нахуй. Ну, просто потому что типу так захотелось, понял? Я говорю, я вот соседям своим единственное желаю, да, вот этому пацану, вот его там сеструхе младшей, что, блядь, когда это, когда нахуй вырастет, да, ну, когда подрастет чуть больше, там, будет по возрасту, чтобы просто, блядь, он там квартиру, там, не знаю, там, снимал, купил, похуй, там, что, да, чтобы у него соседи были алкаши конченые, которые сутками бухают, нахуй, и музыканты бешеные, нахуй, просто. Вот такая хуйня, блядь. О. О, ебать, Мишань, спасибо, нахуй, сейчас буду разъебывать. Ну чё, кто будет, нахуй, на этом? На луче, блядь. Наверное? Блядь, ну он тонкий, как собака, нахуй. Локус, ну а так. Больше некогда, некому, в принципе. Я... Не, ну вообще у нас есть ОМОНчик, да, которого ХП больше, типа, ну, если он не затупит, нахуй, и будет выходить, а у него времени, короче, на выход будет где-то... На если один лок тик. Сдохнет, кто пойдет следующий? Аверн? Ну, Аверн. Да. Ну, все. Ну, давайте прогнозы. А вообще, знаешь, Слав, что надо? Кто-нибудь книгу на сопрот подымал горных королей, там как-то называется? Дайте локу, если у вас есть эта книжка. Она хороший сопрот дает. Ебать, так она пока прокнет, блять.
Она прокнет сразу же, как его первый тик уебет. Она ему даст шанс второй тик выдержать.